Предупредить значит спасти. В управлении ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии прошла презентация документального фильма, который раскрывает основные причины дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине малоопытных водителей. По задумке создателей, лента должна стать учебно-методическим пособием для всех автошкол республики. Ахмат Халкечев подробнее расскажет. Идея создания документального фильма, который по задумке авторов должен быть просветительского характера, зародилась после детального анализа целого ряда дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей со стажем менее 2 лет. Так, в 2021 году на территории республики произошло 32 ДТП именно по вине малоопытных водителей. В них 47 человек получили увечья различной степени тяжести, и что особенно прискорбно, один человек погиб. Чуть лучше статистика текущего года, но тоже заставляет задуматься. За неполные 5 месяцев по вине данной категории водителей произошло 7 ДТП. Летальных исходов, к счастью, нет. Главный результат – это то, к чему мы стремимся. И именно такие формы мероприятий в наибольшей степени позволяют достичь конкретного результата. Сегодня наша с вами задача – расширить кругозор будущих участников дорожного движения путем знакомства с актуальными проблемами. Документальный фильм создан во взаимодействии управления ГИБДД с отделом информации и общественных связей Министерства внутренних дел Республики. В ленте идет детальный анализ факторов, сопутствующих дорожно-транспортным происшествиям и нюансов, которые влияют на тяжесть последствий. В данном фильме мы постарались отразить основные ошибки, основные нарушения правил дорожного движения, которые допускают водители, и к каким последствиям это приводит. Ну и также, мне кажется, будет интересная информация, и будут изложены материалы в этом, обозначены наиболее аварийно опасные участки, которые у нас на территории республики имеются. Ну, для наших водителей, я считаю, будет это интересно, и для учащихся, которые кандидатов в водители, они уже будут заранее на этих участках, допустим, наиболее внимательны. Как поделились создатели картины, фильм будет использоваться в автошколах в качестве учебно-методического пособия. Соответствующие договоренности с региональным Минобром уже имеются. Хочу вас поблагодарить за эту работу. Без взаимодействия, без совместных усилий в этом направлении невозможно проводить какую-либо работу. И наша совместная задача предупредить. Как педагог хочу сказать, что предупредить, предостеречь, провести профилактику, повторить. Этого не бывает много, это не бывает лишним. Как нам поведали авторы фильма, в планах подготовить еще одну ленту, но уже для учащихся общеобразовательных школ. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.